Прекрасный легкий суп-пюре, хорош как в горячем, так и в холодном виде, подойдет тем, у кого проблемы со здоровьем, маленьким деткам, да и всем тем, кто просто хочет подправить фигуру к лету. Суп-пюре – блюдо незаменимое и для детского, и для диетического питания. Эти супы легко усваиваются и не менее легко готовятся. В данном рецепте представлены ингредиенты, из которых можно приготовить стандартный диетический суп-пюре. Однако пропорции и состав ингредиентов вы можете изменять по своему усмотрению. Этот суп-пюре подходит для диабетиков. Главное, не добавлять картофель. В зависимости от строгости вашей диеты в суп можно добавлять сливочное масло, сметану, сливки. Идеален этот суп с хрустящими сухариками. Надеюсь, что простой рецепт диетического супа-пюре вам пригодится. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия. Лук почистить, нарезать кубиками. Перец болгарский вымыть, очистить от семечек, нарезать соломкой. Помидоры вымыть, нарезать кубиками. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Сельдерей вымыть, нарезать. Зелень вымыть, обсушить, нарезать мелко. Все нарезанные овощи сложить в кастрюлю, залить кипятком, отварить, добавить соль, перец по вкусу. В готовый суп добавить зелень, измельчить блендером. Суп готов. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится: лук репчатый 1 штука, болгарский перец 2 штуки, помидор 4 штуки, помидоры лучше брать крупные и сочные, сельдерей 100 грамм, цветная капуста 1 штука, зелень по вкусу, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.